Мошенники с патриотическим уклоном. В Нижнем Новгороде появились жулики, вымогающие деньги у автомобилистов, прикрываясь военным прошлым. Пока ты грел свой зад в тылу, мы воевали за родину. Если мы не заплатим, то нам нацарапают герб Украины на капот. Сейчас разные смс, отправив такую-то сумму там на такой-то номер, иначе будет плохо. Вообще какой-то развод непонятный. Вымогатель денег и все. Кстати, лже-ветераны попали в объектив камеры видеонаблюдения. Подробности в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.